дорожную часть необходимо внести следующие изменения. Увеличить расходы за счет средств краевого бюджета в соответствии с доходной частью бюджета на 72 миллиона 476 тысяч 590 рублей. А также за счет возврата остатков на 1 января 2023 года из краевого бюджета по подтвержденной потребности в сумме 4 миллиона 945 тысяч рублей. Кроме того, увеличить расходную часть бюджета за счет остатков средств местного бюджета на конец 2022 года в сумме 7 миллионов 173 050 рублей. В том числе по администрации города на материальное стимулирование деятельности народных дружинников, это исполнение пункта 1.8 протокола губернатора Красноярского края в объеме 80 тысяч рублей, расходы на оплату исполнительных листов 18 850 рублей, по управлению городского хозяйства на софинансирование расходов по формированию городского в объеме 120 240 рублей, на мероприятие по подготовке к Новому году 2 миллиона рублей. Работы по пилению и очищению льда 250 тысяч рублей. Приобретение расходных материалов и смазочных материалов для проведения работ работниками управления городского хозяйства 191 360 рублей. Благоустройство территории, расположенной по адресу поселок Бор, улица Ленина, 500 тысяч рублей. По спортивным школам выделяется 1 миллион рублей на спортивные мероприятия. По учреждению бригантина на оплату ДСМ 100 тысяч рублей. По отделу культуры на софинансирование расходов на внедрение автоматизированных систем обслуживания читателей и обеспечение сохранности библиотечных фондов модернизированных городских муниципальных библиотек Красноярского края в объеме 150 тысяч рублей. На ремонт кровли КДО «Энергетик» 200 тысяч рублей. Изготовление книги памяти 300 тысяч рублей. По управлению образования на подготовку локально-сметного расчета. Государственная экспертиза на капитальный ремонт СОЖ номер 4 в объеме 325,1 тысяч рублей. Для участия в отборе заявок на предоставление субсидий с федерального бюджета в 2026 году. На подготовку чертежей на инженерные сети и госэкспертизу дополнительных работ на капитальный ремонт 2024-2025 годах согласно условиям конкурсного отбора федерального бюджета. СОС номер 3 и СОС номер 11. 1,450 тысяч рублей. Всего расходная часть бюджета увеличилась на 84 595 270 рублей и составит 1 555 миллионов. 397 тысяч 70 рублей. Объем дефицита бюджета составит 12 миллионов 118.